Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Продолжаем изучать аппаратуру RadioLink T9. И сегодня мы разбираем тримирование флаперонов. Функция, на мой взгляд, названа не совсем правильно, но, тем не менее, она достаточно полезная. И сегодня мы ее разберем. Что это и почему, сейчас покажу подробно. Так, в прошлый раз мы с вами настраивали флапероны на первый и шестой канал, соответственно. Как видите, на элероны у нас сервомашинки отклоняются в разные стороны. И на тумблер флаперонов перекладываются в крайнее положение. Но далеко не всегда нужно, чтобы закрылки отрабатывали на максимальный свой ход. И вот как раз для того, чтобы ограничить ход сервомашинок в режиме закрылков, и служит функция тримирования флаперонов. Переходим в дополнительное меню. И третий пункт, Flap Trim, как раз то, что нам нужно. Активируем эту функцию. И задаем процент микширование, на какой процент должны отклоняться у нас сервомашинки. Скажем, устанавливаем 50%. И, как видите, угол отклонения сервомашинок в режиме закрылков, он уменьшился, он не максимальный. При этом остается достаточно большой свободный ход для работы машинок в роли элеронов. Если мы устанавливаем максимальное значение, то как элероны уже полноценно сервомашинки работать не могут. Они уже дошли до одной из крайних точек и могут только подниматься вверх. Ну а здесь ход в режиме закрылков мы ограничили, и сейчас свобода маневра у нас остается. Хотя, конечно, смещение центральной точки в режиме закрылков, на мой взгляд, было бы более полезным, чем такое ограничение. Тем более, что ограничить ход сервомашинок можно и через конечные точки канала закрылков. И еще один момент. Некоторые из дополнительных функций, они друг другу мешают. И если вы не собираетесь использовать функцию тримирования закрылков, то ее лучше отключить. Ну, теперь, я думаю, вы понимаете, почему я сказал, что функция тримирования флаперонов названа не очень правильно. Это не тримирование, это всего лишь ограничение расходов на флаперонах. Но в терминологии этой аппаратуры эта функция называется Flap Trim, и с этим мы поделать ничего не можем. Как она действует и для чего, думаю, понятно. Но в любом случае, если вы узнали для себя что-то важное в этом видео, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на наш канал и ждите обзора следующих пунктов меню передатчика RadioLink T9. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.